Ох ты пух ты, это что за игра? Save 3, Dodge. Давайте закачаем эту игру. Итак, игра закачалась. Кстати, эта игра похожа на 70 Симбочка. Но Симбочка вышла гораздо позже. Но помните, раньше я снимала на канал? Ну, мне кажется, то, что когда я, вот, например, выхожу типа из игры надолго, то у меня потом весь прогресс аннулируется с первого уровня. Но вдруг это было на 100 уровне уже. Это был мисс. Может, они уже это настроили, но связь блок будет получше. Ладно, поехали. Кстати, знаете, что я здесь все особенно ник? Ну, ладно, я просто обычно так. Связь блок, что тут у нас? Ого. Хэппи свинья. Даже лягушонка Пеппи можно взять. Идем еще потише тогда. Можно брать уровни в одном 30 точек. Все. Фрюки, я тут покусать жопу. Тут я понимаю, ничего не потратил. Что-то у меня сегодня эта игра лагает. Я сейчас почищу. Итак, я чищу капельку памяти. Я заберу 20 монет. Давайте просто без музыки никакой поиграем, мы просто так поиграем, без музыки. Просто зачем? Реклама! Не люблю рекламу. Кстати, я в эту игру раньше играл. Но не снимал ее, потому что раньше тогда у меня канала не было. Ну, я вообще поиграл, надо было проходить уровни, но минус в том, что не мог даже некоторых уровней, потому что надо было нарисовать. Такие уровни я понимал, что надо делать. Дальше у нас уровень следующий. Стоп, палка. Думаю, не прорвутся. О, идеально. Не прорвутся 100%. Ага. Тихо, не пробираются. Фу, хорошо, что они тупые. Пожалуйста, вы это не будете к вам? Может, вообще просто интернет отключить? Эй, обманули дурака на 4 кулака. Еще раз реклама. Вот, последний был. Такие злюки все.
Кидай рекламу, нет? Не почти дочка не буду. Когда музыка пропала. Включить к интернету, да? Нет, я могу. Изи, даже песику хорошо. Не стукнут мне его. Да, я просто молодец, красавчик крутой. И да, я могу без интернета. А, только один уровень, ну классно. Интернет? Сейчас резко запустится реклама, да? Как только тест будет пару секунд. Ну! Пишите ли перезаходить? Кстати, видите, типа, Ultimate Bow Masters, я в следующем видео поиграю, да, я в него поиграю, потому что никто в него не играл. Так, дальше. О, всё, не сидят его. Я просто себе музыку включила, всякое такое. Вот. Хочу так поиграть. Но сначала реклама. Ты куда? Так, ой, дебил. Ай, почему в рекламу? Так. Давай быстрей. О. Так, следующий уровень. Для равновесия. А, все, я понял, как. Смотрите. Опа, все. Не грохнется. И как раз даже еще немного осталось. Идеально я придумал. Я просто мега крутой. Сейчас опять реклама. Ну да, реклама. Все еще не стал популярным. Зато борется с рекламой. Давайте еще. Уровни 10, и думаю, достаточно на сегодня. Это совсем уж... Кстати, вы можете посмотреть мое предыдущее видео. Я там сам рисовал... Знаете, сколько я рисовал там все эти буквы? 2 часа? Да. Я 2 часа рисовал в том видео эти буквы. Ну, я вам не показывал, конечно, потому что бы... Никому бы это было бы интересно. Я под самое утро, как я только проснулся, начал рисовать для вас буквы. Но, конечно, я не получилось не очень хорошо, потому что я... Не мега-художник, но зато что-то рисовать умею. Ну, где тут крестик? Смотрю, что уровень 10 еще. Я прям, тут даже нельзя пропустить эту рекламу. Что надо это заканчивать, а не наконец-то.
Ну, тут тоже просто. Все. Не схавают. Чикен пират. Так, разберем сюда с монетами, у меня уже 200 монет. Все, думаю, хватит.